Снежок опять идет полным ходом. Так, начинаем обзор нашей хаты. Это с коридорчика, заходим. Здесь у нас раковина, туалет. Зеркало, окошко, которое видно немножко, и душ. Все сделано из дерева. Смотри, наша гуся гуляет. Бабка порядок наводит. Диванчик. Интернет есть. Через компьютер YouTube тянет. Мы компьютер подсоединили к телевизору. И сидим вот кино смотрим. Картину ТФАУ подключаю, она почему-то не идет. Так, это стол у нас. Это кухня. Это у нас камин. Мы пытаемся разжечь. Что, опять потух? А? Тлеет еле-еле. Это лестница на второй этаж. Там свет горит. Идем на второй этаж. Квинтовая деревянная лестница. Все из дерева. И гусечка. Так. Вот для детей. Как кровать можно сделать. Здесь вот закрывается. Это можно закрыть. Здесь еще одна кровать. Стоит автомобиль. Ну, это как для детей больше все. Так. Здесь вот спальня. Две раздельных кровати. Здесь выход на балкон. Ну, это завтра можно будет, видно будет. Вот, полочка такая. Сейчас. Так, это еще одна спальня. Там тоже выход на балкон. Двухспальная кровать. И гуся все проверяет. Столик. И вот у нас сама сауна. Что, света нет? Короче, там света нет. Может, есть где, только еще не знаю, где включается. Вот сауна. Тут печка стоит. А, сауна как сауна.
Так что вот и наше жилище. Вега, осторожно. Немножко веги рисковато ходить. Скользко. Ну. Еще мало машин видно. А что, здесь направо разве? Налево нам это, мы туда на лыжи. Вниз, где лыжи, пойдем. Ну, да. Ну пойдем.
А, да, сюда. А ты мой хороший. Где мамка? Где мамка? Вперед!